Для Сочи туристическая отрасль – самое главное. Ведь и создавался город как курорт. Функционирует с 1902 года. Тогда было открыто первое ванное здание на Мацисте. В 1909-м – первый курорт Кавказская ривьера. И вот сейчас Сочи получил долгожданное заслуженное признание со стороны курортников как курорт круглогодичный. Только в это лето у нас отдохнуло 4 миллиона 100 человек. До конца года город примет еще 2 миллиона гостей. Довольны и сами отдыхающие, многие из которых другими глазами посмотрели на отдых в России. Рады и руководители санаториев, которых в этот день пригласили в «Радисон САС Лазурная». В этом году у нас рекордное количество людей, небывалые рекордные доходы для нас. Это будет, наверное, за последние 15 лет самый такой удачный высокий сезон для нас. Коллектив был готов к этому. Очень все удачно идет. В Сочи 89 здравниц с круглогодичной загрузкой. Даже в мини-отелях в этом году нет свободных мест. Глава города говорит, отдыхающими курорт заполнили. Необходимо теперь повысить качество обслуживания до максимума, чтобы турист вернулся и в следующем сезоне. Этот год стал действительно годом наших надежд, вернее, исполнения надежд. Мы всегда мечтали, чтобы курорт стал круглогодичным. Мы всегда мечтали, чтобы у нас работал постоянный персонал, потому что именно постоянный персонал может создавать качественные услуги. И все это случилось. Мы гордимся тем, что наша инфраструктура, наша работа, которую мы провели вместе с вами, многочисленные презентации в различных городах России, а также за рубежом, они привели к тому, что нашим рынком заинтересовались туроператоры. Глава города наградил лучших представителей туристической отрасли. Среди них и туроператоры, которые успешно зашли на сочинский рынок. Например, этим летом «Библиоглобус» привез в Сочи 250 тысяч курортников. Итог этой работы – награда, которую мы получили. Для нас это очень важно. Поддержка администрации региона – это тоже очень важно для нас. И мы обещаем, что со своей стороны мы не остановимся на достигнутом. Те, кто обычно заботится об отдыхе гостей Сочи, в Международный день туризма позволили себе тоже отдохнуть. Для них выступила группа «Блестящие». Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.